Сургутские волонтеры в очередной раз собрали для медиков красной зоны продуктовые наборы. Акция уже стала традиционной. Таким образом, добровольцы вместе с бизнес-сообществом выражают медикам признательность за самоотверженный труд от имени всех горожан. В минувшие выходные к волонтерам присоединился депутат Государственной Думы, экс-глава Сургута Вадим Шувалов. Он передал наборы провизии медицинскому персоналу первой и второй поликлиник. Политик, в свою очередь, поблагодарил за содействие волонтеров и предпринимателей и отметил, что последним тоже сейчас приходится нелегко. Но бизнес-сектор находит в себе силы помогать тем, кто спасает жизни югорчан. И вы знаете, это нужно делать, потому что люди психологически им тяжело и трудно. Люди не общаются ни с своими родными, близкими. Они работают в таком графике, режиме, практически не уходят с работы. Вот с этими людьми я тоже разговаривал, встречался, как они построили свой быт. Они говорят, ну вот практически мы целыми днями и сутками находимся здесь.